Партнер показа компания «Дацун». Общепризнано, что Япония является лидером по производству автомобилей. А для Молдавани японские автомобили являются относительно дешевым и надежным средством передвижения. Япония производит автомобили для внутреннего рынка с особой тщательностью. Хотя и на мировом рынке это один из самых качественных производителей. И если молдаванин с удовольствием покоряет молдавские просторы на японском автомобиле, то представляете, какое удовольствие ездить по японским дорогам. Реально ли, находясь в Японии, быть водителем автомобиля? Да, вполне. Но для этого необходимо иметь японские права, либо, как и в любой другой стране, международные права, которые действуют ограниченное количество времени. Для управления мопедом также требуются международные водительские права категории А. В Японии действительными признаются не все международные права, а только стран, являющихся членами Женевской конвенции. Если вы не являетесь счастливым обладателем прав, то в Японии вы можете проучиться в автошколе и получить права. Если у вас есть молдавские права, то достаточно пройти процедуру обмена водительских прав, которая включает в себя сдачу экзаменов. Несложные теоретические вопросы, 10 штук, на которые надо ответить «да» или «нет», после чего назначают день для сдачи экзамена по вождению. Водительские права таких стран, как Швейцария, Германия и Франция, действительны только в течение года с момента дня въезда в Японию. При этом необходимо перевести их на японский язык. Перевод может быть осуществлен в консульстве, посольстве, либо в Японской автомобильной федерации. Говорят, что в Японской федерации перевод делают и быстрее, и дешевле. Для них какие-то мини-вы, или Крайслеры, да, для них очень удобно. Почему? Это машины семейного типа. А вот какие-то вот, например, Бьюики, они очень не в моде. Почему? Невозможно на них выполнить то, что они хотят до конца. То есть и поехать и в магазин, и за ребенком, и завести жену, например, в фитнес-клуб, и поехать на работу. То есть машина должна быть многофункциональной. Поэтому каждая японская семья имеет огромный какой-то джип на несколько мест или минивэн. Это очень важно для них. Плюс еще вот что я хотела сказать. Дешевизна машин, плюс то, что они производят их там, позволяет каждому уважающему себя японцу иметь машину дорогостоящую, ну, например, жить в каком-то дешевом общежитии двухкомнатном. То есть для них не как для европейцев важно все-таки именно кар, где они будут 18 часов передвигаться по мегаполису. Минимальный возраст для получения водительского удостоверения на управление автомобилем в Японии 18 лет. Поэтому японцам разрешается начать обучение в автошколе, когда им исполнится 17 лет и 5 месяцев. Предполагается, что соискатель будет проходить обучение не менее 6-7 месяцев. И когда придет время получения удостоверения, то уже достигнет необходимого возраста. В нашей стране права получают гораздо раньше. Управление мотоциклами и мопедами разрешается с 16 лет. Правило 6-7 месяцев в этом случае также действует. Ну что ж, это вся правда о японце на сегодня. До скорой встречи!